Встать! Суд идет! Обвиняется гражданин Клинских Юрий Николаевич, 64-го года рождения, по статье 104 УК РСФСР. Гражданин Клинских, ваше последнее слово. Граждане судьи, граждане заседатели, дело было так. Я ее любил, не могли мы друг без друга. Я с ней долго был, вместе мы с ней год не спали. Врёшь. Да чтоб я сдох, очень долго я крепился, столько, сколько смог. Но однажды уломал ее я лечь со мной. Очень круто оторвался с биксой молодой. Но среди ночи тёлка согрешила втихаря. Я ее зато пришиб, короче говоря. Я ее любил, она пернула в постели, я ее убил. У меня была подруга, я ее любил, она пернула в постели, я ее убил. Очень жаль, конечно, баба классная была, но зачем она в тот вечер круто насрала? Я чуть-чуть не задохнулся, помутнел мой ум. Резко снял свои носки и вдарил наобум. Эх, нестиранные твердые мои носки. От них череп у чулихи лопнул на куски. Вы поверьте, судья, ведь это не хотел. Я в тот раз со страха очень сильно занавстел. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил. Я был виноват, а она не виновата, виноват был зад. Подвело ее уж очень громкое дупло, а меня подвел носок, такое западло. У меня была подруга, я ее любил, она пернула в постели, я ее убил.